Бобруйск продолжает отмечать День города. 1 июля большая часть торжеств сконцентрируется около Бобруйск-арены. Ровно в 11 стартует республиканский легкоатлетический забег на 3,10 километров, а в 11:30 в скорости и выносливости смогут побороться семьи. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1000 метров. Старт и финиш на улице Масонова, 27. Каждый участник на дистанции 3,10 километров получит медаль финишера. В семейном забеге каждый ребенок также будет награжден медалью. Ну а победители и призеры на дистанции 3,10 километров будут также награждены. С часу дня возле Бобруйск-арены стартует традиционный фестиваль еды «Запрошаем смачно есть». Предприятия города продемонстрируют кулинарное мастерство и угостят всех желающих как блюдами белорусской кухни, так и заморскими изысками. В меню от холодника и драников до блинчиков и пирогов. Все вырученные средства пойдут на добрые дела. В этом году мы рады удивить гостей города и жителей города Бобруйска вкуснейшими сырниками с медом и сметаной собственного производства, а также блинчики с творогом и также с медом и сметаной. В этом году на фестивале еды Бобруйский мясокомбинат готов предложить блюда белорусской кухни. Будем радовать вас жарким по-домашнему, медовым напитком. Всех запрошаем. На этом сюрпризы не закончатся. В 6 вечера у Ледового дворца стартует музыкальная программа «Новое поколение». Через полчаса на внутренней сцене начнется концерт самоцветов. С 9:30 до 10:30 зажигательными ритмами порадует дискотека от «Зефир FM». Танцевальный марафон продолжится до часу ночи. В 23:00 прозвучат залпы праздничного салюта. Весь день будут работать торговые ряды, тематические игровые зоны и выставка-ярмарка. С днем рождения, Бобруйск! Поздравляем наш замечательный город! Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой, чтобы у всех все было хорошо. Хочется поздравить бобруйчан, пожелать им хорошего настроения, такого же солнечного, яркого, как сегодняшний день, процветания, благополучия. И город Бобруйск – лучший город! С 6 до 8 вечера на площади Ленина у фонтана зазвучат чарующие звуки скрипки и виолончели. Своим талантом порадуют учащиеся музыкальных школ. А уже 3 июля бобруйчане в унисон со всеми белорусами отметят главный праздник страны – День независимости. Горожан ждет митинг, концерт, кинотеатр под открытым небом, конкурс «Автоледи», акция «Споем гимн вместе» и великолепный салют. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск 360.